Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Найдись работа. Магические практики на быстрое трудоустройство. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В наши дни бывает не просто найти дело по душе. Такое, чтобы было интересно, устраивала зарплата, да и нравился коллектив. А именно сейчас, во время растущей луны, самое время использовать ее силы для поиска идеальной работы. Практики на быстрое трудоустройство помогают поймать волну удачи, настроиться на успешное прохождение собеседования и увеличить приток лучших вакансий. Практика очень простая, но эффективная. До 9 октября. Купите в магазине моток шерстяных ниток зеленого цвета. Вечером, после захода солнца, зажгите любую свечу. На маленькой бумажке напишите желаемое место работы и должность. Сверните ее трубочкой и начинайте наматывать нитку на бумажку, при этом приговаривая: «Как нитка вьется, так работа моя найдется. Высшие силы, святые хранители, пошлите мне», здесь проговаривайте свое имя, «дело, какое прошу, чтобы зарабатывать мне хорошо, чтобы работалось легко. Так тому быть, так тому бывать. Истина». Слова нужно читать 3 раза. Когда закончили прочтение, завяжите узелочек на трубочке. Нитку пережечь пламенем свечи. Желательно такую практику делать 3 дня подряд. Бумажка с желанием должна быть одна и та же. И нитку наматывайте на второй день нужно уже на готовую ранее трубочку. Талисман на удачу и быстрое трудоустройство носите при себе все дни прохождения собеседований или поиска работы. Когда работа будет получена, сожгите свою трубочку. Все, практика на этом закончена. Хочу вам дать еще один метод также на хорошую работу. Он очень действенный на поиск работы, который можно сделать, когда вы находитесь в поиске. Данная практика помогает поверить в себя, укрепить самооценку и осознать, что вы можете претендовать на любую работу, которую желаете. 12 часов дня в любой день растущей луны. Возьмите белый лист. Красным цветом напишите на нем поочередно все свои деловые качества, которые могут заинтересовать работодателя. Дальше приклейте лист на окно с помощью скотча и, глядя на него, проговаривайте такие слова. «Пусть солнце мои достоинства освещает, ко мне работу благую привлекает. Посмотри, светило небесное, сколько всего умею, сколько всего могу, любимое дело к успеху поведу. Истина». Проговариваем 3 раза. Желательно лист бумаги оставить на окне до тех пор, пока не найдется работа. И вот каждый день подходите к листу, читайте свои деловые качества. Потом еще раз заговор. И после этого отправляйтесь на поиск работы. У большинства людей после такой практики желаемая работа находится буквально в течение 10 дней.